Я хочу в 3 часа ночи посмотреть проклятый эпизод Спанч Боба! Господи, увидеть это банду, он просто убил! А, черт, просто жесть! О, господи, нас не держись! Че творим, бро, меня зовут Царь Геонис, и бро, срау уже, просто срау уже, переподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм банду, ведь, бати, ты же знаешь, Петр, мне Суприм банда будет дать всеми! Кто не с нами, тот под нами, я как вижу, против песни очень нравится быть под нами! Так что скорее вступай в мою Суприм банду, чтобы смысле бати на ютубе! А также сегодня со мной здесь снимает Настя! Привет! И банда сегодня... Я хочу сделать просто лютую жесть, потому что я хочу в 3 часа ночи посмотреть проклятый эпизод Спанч Боба под названием Губка Боб Иксе. Уже ранее банда неделю назад я оживил Спанч Боба. Это была живая игрушка, которая ходила у меня по дому и даже угрожала мне, после чего он просто исчез и больше не появлялся. По идее, банда, после того, как сегодня я посмотрю этот проклятый фильм, он должен прийти ко мне домой. Или же, возможно, это будет совершенно другой Спанч Боб. Реальный Губка Боб. Так что, банда, давайте на это видео наберем 50 тысяч лайков. И тогда, банда, я куплю подводный дрон и вместе с ним отправлюсь на место, где живет Губка Боб. И попытаюсь под водой снять весь бикини ботом и всех жителей этого городка. Так что, банда, скорее ставь лайк. И также, бро, подписывайся на мой инстаграм, на инстаграм Насти. Весь в инстаграмах, банда, мы общаемся со всеми вами. Подписывайся наш, напиши нам директ и все, жди. Уже всем скоро мы ответим именно тебе. Так что, банда, скорее, ссылка в описании, ставь лайк. А мы теперь приступаем к просмотру. Погнали! Окей, банда, надеюсь, вы готовы. На часах уже 3 часа ночи. По идее, как только в это время мы начнем просмотр этого проклятого фильма, то сразу же будет происходить мистика. Но для того, чтобы нам насладиться этим фильмом, нам нужно кое-что подготовить. И это еда, банда. У нас есть все, чтобы смотреть этот фильм с кайфом. Принглс, Орео, огромная упаковка попкорна, куча орешков и какой-то странный фреш. Почему-то он темный. Со всем этим набором, банда, нам вообще не будет страшно смотреть этот проклятый фильм. Тем не менее, давайте уже все подготовим и приступим к нашему просмотру. Итак, банда, Настя уже все наготовила. Просто посмотрите, как все вкусно. Окей, банда, надеюсь, вы готовы, потому что мы уже приступаем к просмотру этого проклятого эпизода Спанч Боба. Итак, обычный бикини ботом, в принципе, пока что ничего не предвещает беды. Вроде бы все мирно и тихо. О, это Ларри Лобстер. А что это около него? Какой-то портал? Просто же, видите, это банда. Что это? О, это лестницкий Спанч Боб. Он из прошлого переместился в новое, настоящее. О, господи, а что у него с глазами? У него красные глаза, банда, вы это видите? Он как будто озверел. Просто жесть, беги, Ларри. О, нет, он на него напал. Посмотрите, просто кровь летит. Он его убил. О, господи, такая жесть, банда, что это вообще было? Окей, это настоящий Спанч Боб из Гэри, там Гэри спит. Просто жесть, банда. Это Спанч Боб Иксе. Просто посмотри, какой он жуткий. Его зубы, они просто ужасные. Это лицо Ларри, он надевал его на себя. Господи, Спанч Боб думает, что это Ларри, а это его злой двойник. О, господи, просто жесть, банда, увидите это? Кровь! Неужели не бывает Спанч Боба? Реального Спанч Боба, получается, он умер. О, господи, банда, что это было? Прям с первых минут эта серия уже очень сильно пугает. О, господи, это Спанч Боб, такая жесть. Куда он идет? Господи, я так переживаю за весь этот бикини ботан, потому что он может всех убить. Окей, такая жесть, банда, все еще ночь. Черт, это школа вождения, автошкола! О, да. Миссис Пап! О, нет, он пришел к ней! Неужели сейчас так же убьет? Просто жесть, она переживает, банда, явно переживает! У нее прям пот течет! Такая жесть, я так переживаю за нее! Она бежит к телефону, а она просто прячется! Она пытается спрятаться с Спанч Боба! О, господи, что происходит, банда? О, господи, ты видишь это? Он ее преследует! О, черт, какая стрёмная картинка! Смайл, улыбка! Просто жесть, банда, мне так страшно! Что они делают? Видите, это банда! О, господи! О, нет, парта сломалась! О, господи, увидеть это банда, он просто убил! У него торчит нож! Такая жесть, господи! Мне просто в это все не верится, банда! Окей, это новости? По новостям передают, что кто убил миссис Пав! Просто жесть, банда, вы видите это? Мне просто в это не верится! Ты уже это слышала? Да. Просто же, что это было? О, господи, думаю, нужно пойти проверить. Скажи, банда, вы тоже это слышали? Там что-то шебуршало. Окей, давай пойдем посмотрим. О, господи, просто же, что это было? Ты же тоже это слышала? Да. О, черт, что это вообще может быть? Господи, банда, что если ты уже Соник Иксе пришел сюда? Что если он хочет нас убить? Просто жесть. Сереж, будем брать. Да, конечно. О, господи, что это, банда? Почему дверь открыта? Здесь кто-то есть?
Вроде бы никого нету, Бандок, я просто закрываю ее. Здесь кто-нибудь есть? Господи, Банда, вроде бы никого нету, никого не слышно. Тогда кто мог открыть эту дверь? Просто жесть, Банда. Окей, Настя, вроде бы никого нету. Давай тогда быстрее досмотрим фильм и пойдем спать. Да, я с тобой согласен, нужно уже его досмотреть поскорее. Да. Окей, это Плантон смотрит новости. Просто жесть, он ссорится со своей женой и женой компьютером. Кстати, это очень странно, что у него жена компьютер. Как будто не мог нигде никого получше. Окей, он явно ленится, весь никакой за рощей. О, черт, смотри, он пришел к нему! Он хочет убить Планктона! Я, конечно, понимаю, Планктон сделал очень много ужасных вещей, но не убивать же его! Можно же его простить! Окей, это его танк, просто жесть, надеюсь, он победит его Спанчбоб Эльзе! А то иначе это Эльзе Копе просто всех убьет! О, посмотри, он просто стоит! Давай, Планктон, мы верим в тебя, ты убьешь его! Есть, ты победил, он убил его! Планктон победил! Что это? Это руки Спанчбоба! Неужели он остался жив? Банда, вы слышите этот крик? Видишь это? Такая жесть, он убил его! Спанчбоб Эльзе убил Планктона! Патрик, только не это! Я надеюсь, хоть он останется жив! Мне это... очень нравится! Да, мне тоже, Патрик хороший! О, господи, он смотрит помехи, видите это? Он просто смеется с помех! Что-то не так у Патрика с головой! Окей, что будет дальше? О, посмотрите, это Спанчбоб! Он появляется в телевизоре, видите, это Банда, просто жесть! О, господи, Патрик испугался! Такая жесть! А неужели эти ножи его проткнули? О, нет, там кровь! О, черт, просто жесть, посмотрите! Патрик мертв! Такая жесть, Банда, Спанчбоб Эльзе реально ужасный! О, господи, посмотри, он сидит! Черт, такая жесть, неужели он скорбит за Патриком? Что если он плачет, потому что нет никакого звука? Нет, он наоборот улыбается, Банда, вы это видите? Такая жесть! Господи, что вообще происходит? О, черт, пожалуйста, кто-то уже уничтожит этого Спанчбоба Эльзе. Он слишком много всего ужасного сделал. О, это же обычный Спанчбоб, он жив. Да. О, господи, просто жесть, это Сэнди. Нет, только не это, только не Сэнди. Ты видишь это? Да. Это этот Спанчбоб, просто жесть. Неужели он тоже хочет убить Сэнди, Банда? О, господи, нет, Сэнди, пожалуйста, держись. О, черт, что они делают? О, господи, ты видела это? Просто отрубил ей руку! Такая жесть, Банда! Это дьявольский смех, это реально шутка, Банда! Просто жесть, что вообще происходит? О, черт, ты тоже это видишь? Он просто его расчленил! Такая жесть, Банда, что вообще происходит? Он просто всех убивает подряд! Мне просто в это все не верится! Окей, Красти Крабс! Фу, что это за салат такой стрёмный? Видите, эта Банда просто жесть отвратительно выглядит! Окей, что они смеются из Спанчбоба? О, господи, ты видишь это? Просто из какой-то скример. Ужасно. О, черт, он дрыгнул глаза. Ты видела это? Просто жесть. О, господи, там мясо. Он просто их расчленил и что-то с ними ужасное сделал. О, господи, он просто их всех убил. Мертва Сэнди, Мистер Крабс, Сквидвард и Патрик, вы это видите? Просто жесть, Банда, 4 гроба. Мне просто в это не верится, господи. Что с этим миром не так? Почему у меня существуют такие серии? Ужасные серии, которые вообще никто должен видеть. О, нет! Оказывается, Патрик победил Спанчбоба Эльзе. Только он остался жив, все бессмысленно. Теперь он хочет отомстить Патрику. О, господи, что происходит? Пожалуйста, Патрик, останься жив, кто-то убейте этого Спанчбоба. А что, если он бессмертный? Он просто вылезет из гроба. Сквидвард, он жив. О, черт, ты видишь это? Просто какая-то сатаническая комната. Просто, если там пентаграмма на стене нарисована. Сквидварду явно очень страшно всего того, что здесь происходит. О, нет, это Спанчбоб Эльзе, он наблюдает за ними. Просто жесть, Банда, он исчез. Он телепортируется. О, господи, Спанчбоб, как всегда, пытается перекривить Сквидварда. Тем не менее, где-то здесь тоже кто-то самый Спанчбоб Эльзе. Господи, пожалуйста, убейте его, раз вы уже живы. О, нет, Сквидвард, берегись! О, черт, он просто его убьет. А, нет, он его зомбировал, ты видишь это? Или он злой? Да, Спанчбоб думает, что Сквидвард зомби. О, господи, просто жесть, Банда, вы это видите? Просто жесть, что происходит, темный экран. О, господи, какой же страшный Сквидвард. Такая жесть, Банда. Вы видите это, реально очень стрёмно. О, господи, пожалуйста, Сквидвард, очнись! Ты не можешь их убить, ты же их друг! О, нет, Спанчбоб Эльзе вышел за ними с пилой и молотком! О, нет, нет, Патрик! Просто жесть, это смерть Патрика! О, господи, там был какой-то взрыв, вы это видели? Окей, Спанчбоб куда-то забежал! Черт, это Мистер Крабс! О, нет, он тоже одержимый, ты видишь это, Настя? Такая жесть! О, господи, что это за таблички? Он хочет повесить на голову Спанчбоба Патрика! Просто жесть, какой-то замок!
Это самый страшный эпизод, который мы только смотрели. Это реально очень стрёмно. Где это? О, черт, просто жесть, какие же они стрёмные. Видите, ты панда? Эти анимации реально ужасные. Мне так страшно. И Патрик, он тоже одержимый. Просто жесть, панда, что происходит? Только нет, не убивайте Спанч Боба, он должен остаться жив. Господи, просто жесть, видите, это панда. Майча, что будет дальше происходить? Неужели все просто убить Спанч Боба? Он убегает от них. Пожалуйста, Спанч Боб, держись, ты сможешь выжить. О, господи, там топор, хватай топор. О, господи, да, он берет топор. О, нет, сзади Спанч Боб. О, господи, видите, панда. О, господи. Видела это? Просто жесть, похоже, он убил Патрика. Он просто ему все лицо пробил этим топором. Это рыбы бикини ботом и обычные жители. Все мертвы. Похоже, это уже идет концовка. Получается, Спанч Боб Эксе убил всех жителей этого города. И теперь они все просто мертвы. Посмотри, там целая свалка трупов. Такая жесть, панда. О нет, родители Спанч Боба, он и их убил, вы это видите? Просто жесть. Господи, я так не хотел, чтобы все умерли. Это реально ужасная серия. Бабушка Спанч Боба, за что? Она же была такая хорошая. Просто жесть, панда, вы видите это? Реально очень жуткие картинки. О, господи, что дальше? О, нет, Спанч Боб просто сжигает дом его родителей. Такая жесть. Это самая страшная анимация, которую мы только смотрели. Вы видите, панда? Просто жесть, мы в это не верится. Окей, Настя, что ты скажешь о этом потерянном эпизоде Спанч Боба? Мне очень жаль их всех. Мне тоже, мне так жаль, что они все умерли. Я очень надеюсь, что больше никто никогда не увидит эту серию. Ты слышала? Да. Что это было? Мне страшно. Мне тоже страшно. Господи, что происходит, панда? Неужели это Спанч Боб Биг Зе? Что это вообще могло быть, Настя? Нужно пойти посмотреть, что там. Мне страшно. Окей, тогда оставайся здесь, я сам пойду. Нет, я тебя не брошу. Тогда идем со мной, просто же. Что это вообще могло быть? Был звук, как будто кто-то ходит. И еще передачу ко всему этому так страшно, панда. Этот фильм реально был самый страшный, который мы только смотрели. О, черт! Эта же дверь была открыта, когда мы здесь ходили, панда. Почему она сейчас закрыта? Неужели тогда в квартиру все-таки кто-то вошел? Неужели? Это Спанч Боб Эксе. Окей, банда, я аккуратно вхожу. Эй, здесь кто-нибудь есть? Спанч Боб Эксе, мы тебя не боимся. Просто же, что это может быть? Окей, банда, в этой комнате вроде бы никого нету. Эй, Спанч Боб, ты здесь? Просто же, где он может быть? Ты что-то видишь, Настя? Нет, не вижу никого. Такая жесть, панда, кто тогда издавал звук, если никого не слышно? Неужели он просто невидимый? Возможно, это был призрак Спанч Боба, никак это вообще понимать? О, черт, о, господи, Настя, сзади тебя! О, черт, просто жесть! О, господи, Настя, держись! Я пытаюсь его оторвать! О, черт, он очень сильный! О, господи, Настя, ты как, ты жива? Просто жесть, что это был, он где-то бросился! Мне просто в это не верится! Что? Что произошло, Настя? Что такое? О, черт, что случилось? Куда он делся, панда? Куда он ушел? О, господи, Настя, просто жесть, скорее вставай, нужно прятаться. Прячься где-то здесь в комнате, я пошел туда. Это просто жесть, панда, вы видели это? Он реально набросился на Настю, чуть ли не задушил. Как же хорошо, что я был рядом, а той ночью мы просто ее убил. Этот Спанч Боб реально очень злой. Это самый худший просмотр фильма, который только у нас был. Окей, мне тоже нужно куда-то спрятаться. Наверное, я сяду в шкафе. Итак, панда, я буду просто сидеть здесь. Я очень надеюсь, что он сам уйдет с моего дома. А то иначе он просто меня убьет. Мне так страшно, панда! О, черт, я что-то слышу! Я вам клянусь, панда, я что-то слышал! Неужели это он? Если это он, панда, то у меня огромные проблемы! Просто жесть! О, черт, это он! Черт! О, господи, вы видели это? Он смотрел на меня! Мне так страшно, я держу двери! О, черт, вы видите это? Уходи отсюда, Спанч Боб, мы тебя не боимся! Просто жесть, что он делает? Такая жесть, можешь меня сейчас задеть этим ножом? Вали отсюда! Я тебя сюда не пущу никогда в жизни! Просто жесть, панда, вы видите это? О, черт, он куда-то ушел! Такая жесть, панда, я больше никогда не опущу эти двери. Тем не менее, банда, вы знаете, у меня дома стоят скрытые камеры. Давайте по ним посмотрим, что он сейчас делает. Итак, банда, это главная комната. В ней сейчас нахожусь я. Я прячусь в этом шкафу. И он же был где-то около этого шкафа, теперь его просто нету. Он как будто просто телепортировался. Такая жесть, банда, куда он вообще мог деться? Окей, вот посмотрите, банда. Настя не успела спрятаться, о нет. Он около нее, вы видите это? Просто жесть, Настя, убегай. Я же говорила спрятаться, банда. Почему она этого не сделала? Просто
Просто же я сама виновата в этом. Теперь я никак не смогу ей помочь. О, черт! Вы видели это? Он просто не набросился. Куда он делся? Он исчез. Что происходит, банда? Это он. Вы видите? Это просто жесть. Какие у него страшные глаза. Он сломал камеру, банда. Просто жесть. Что происходит? Окей, давайте попробуем посмотреть по другим камерам в доме. Кстати, в этой комнате еще одна камера. Здесь его нету, нету, нету. О, банда, посмотрите, вторая камера в этой комнате. Он стоит около нее, и Настя уже связана. Вы это видите? Просто жесть. Снова исчез. Он просто исчезает. Он умеет телепортироваться. Вы это видите? Настя даже не понимает, куда он делся. Окей, ищем его дальше, банда. Его просто нигде нету. Это такая жесть, банда. Это реальный Спанч Боб Икзе. О, господи, вот он, посмотрите. Он сидит на балконе. Что он делает, банда? Он что-то пишет в отражении, видно, что он что-то пишет, делает ручкой. Зачем ему сидеть до открытого окна? О, банда, это мой шанс. Я могу его выкинуть в окно, он больше сюда никак не войдет. Давайте быстрее это сделаем. Эту камеру я оставлю здесь, будете наблюдать за мной с открытыми камерами.